Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. И сегодня у нас будет прекрасный репортаж с берега Финского залива в Ленинградской области, Карельский перешеек, поселок с романтическим названием болгарским «Золотые пески», но исключительно карельским колоритом. И нас пригласила в этот сад Лада Кулыгина, ландшафтный дизайнер студии «Остров Стрекоз». «Остров Стрекоз». Так что сегодня у нас, я думаю, очень много будет и стрекоз, и ирисов, и прудов. И вообще, мне кажется, сад очень интересный. Обязательно оставайтесь у нас на канале. Здравствуй, Лада. Здравствуй, да. Андрей. Я рада видеть тебя здесь. Да, я тебя тоже рад видеть. У нас уже традиция. Каждый октябрь, да, ты приглашаешь нас в сад собственного производства, любоваться багрецом, золотой осенью. И в этот раз еще и прекрасными водопадами. Водопадами, да. Этот участок славен тем, что здесь очень много воды, которую мы поймали, приручили и хотим поделиться этим. Я так понимаю, что вода вообще течет здесь самотоком? Самотоком, да. Здесь много ручьев было, и заболоченная очень верхняя часть была. Мы поймали их и сделали ручьи, которые не замерзают ни зимой. Ну, мне кажется, это очень будет интересно нашим зрителям. Мне кажется, каждый мечтает, чтобы без мотора что-то вообще само по себе текло, работало. Потому что, ну, вид просто бомбический. Да, ну и интересно, я очень люблю работать с рельефом. Да, и многие боятся его. А мне кажется, что это шикарно, когда у вас есть рельеф на участке. Его ты знаешь, мне тоже кажется, но люди, как правило, очень боятся вот таких высоких перепадов, потому что настоящая просто гора. Здесь можно кататься на санках, на лыжах. Можно, да-да. Люди просто, да, боятся, что ну, негде будет ни разместиться, ни посадить что-то. Тем более участок небольшой, перепад высот огромный, а здесь еще и с грунтами-то все непросто, я так понимаю. Да, было очень непросто, потому что здесь суписи такие легкие, которые заболачиваются очень легко, и строителями был неправильно заложен дренаж слишком глубоко, и он не работал, да, и вместо того, чтобы убрать воду, они наоборот все заилили и заболотилось все. У нас тут получилась такая трясина. Несмотря на то, что довольно большой склон, а вода застаивалась, и как бы было тут вообще очень все. Я понимаю, что тебе опять достался участок, на котором уже что-то кто-то поделал, бросил. Да, и ты да, опять да. исправляешь ошибки строителей, за которые нас так, помнишь, сильно ругали. И ну, мне кажется, да. У тебя опять есть что сказать, потому что, я так понимаю, дом поставлен не на месте, мощение довольно-таки спорное, вот эти вот концентрические круги, ну, как да. На площади, знаешь, какой-то просто. Да, немножко так это, как бы, очень большая площадь, но она какая-то немножко безжизненная, да, получилась. Поэтому мы решили ничего не переделывать так монументально, потому что единственное, обрубили вот эту, как бы, логично, оставили эту площадку и разобрали дорожку, которая доходила до середины газона, ну, вот сейчас, да, и обрывалась, непонятно для чего она была. То есть вот с этого момента уже начинается дорожка производства Лады Кулыгиной. Да. Ну, то есть это мы оставили в проектировании, вот. Единственное, что там площадку под беседкой тоже увеличили. Ну, мы посмотрим ее в самом конце. Мне очень хочется взобраться на эту гору. Может, мы с тобой прогуляемся и посмотрим на все эти замечательные террасы. Я так понимаю, это фрагментарное мощение, которое я не очень люблю. Но в данном случае мне нравится, что большие камни, большой площади. Да, большие камни, ну, как бы, они не так будут зарастать травой. Вот, потому что чем меньше камень, тем больше за ним ухода будет. Это большие плиты, они, когда намокают, розового цвета, да, который перекликается, то есть мы их использовали, розовые эти камни, для того, чтобы
ну, поддержать то, что есть уже на участке. То есть это цельный натуральный камень? Это цельный натуральный камень, да, толщиной там, 4-5 сантиметра, да, плиты. Вот мы их используем. И тоже это все уложено там на какую-то подушку, геотекстиль? Ну, да, конечно. То есть все по технологии, не просто вот... Нет, делается, потому что тут грунт гуляет, поэтому под это делали отсыпку специально пожестче, чтобы это не повело, никуда не уехало. Ну, я так понимаю, тут вообще все... Перестраховались, так сказать, немножко. Сделано с учетом таких инженерных, серьезных проектных работ, потому что если здесь положишь вот как на ровном участке, где это, ну, можно себе позволить, ну, и оно все будет лежать, то да. Тут нельзя. Ну, не хотелось бы, да. Мы старались это чуть-чуть перестраховаться, чтобы потом не переделывать, ну, как бы, вот. Поэтому использовали подпорные стены, габионы сетчатые, да, для того, чтобы... То есть под ними идет дренаж, который собирает воду, которая там застаивается. Угу. И они могут через себя пропускать лишнюю воду. То есть, ну, так как то есть вот, это не просто дизайн, это... Ну, это как бы и дизайн, функциональная, и функциональная штука, да, такая очень удобная. Ну, габионы сейчас вообще, мне кажется, входят в моду. И интересно показать, что это действительно такая штука и красивая, и полезная. Ну, да. В том числе вот для таких террасных садов. Да, можно использовать, но в любом случае это дешевле, чем возводить бетонные стены, кстати. То есть по цене это дешевле, да. То есть подпорные стены же можно сделать из разных материалов, да, но вот бетон это наиболее такая дорогая штука, потому что либо ты делаешь арт-бетон, который сам по себе красивый, либо его потом нужно еще облицовывать. Ну, то есть, и в данном случае, если бы использовались бетонные, то есть там нужно было бы основание большое заливать бетонное, чтобы их не вывернуло, да? Потому что здесь кучение грунтов. Кучение грунтов, да. Очень большое может быть, да. А здесь спрятаны сваи внутри габионов дополнительные. Ага. То есть мы еще этим перестраховались, чтобы ничего тут не случилось и не произошло. Слушай, ну вот это вот такая вот, мне кажется, самая главная такая зона в этом саду. Потому что там, где шезлонги, мне кажется, должно быть максимально красиво. Главная видовая точка. Очень приятно, то есть мы постарались сделать отдельные комнаты, да, чтобы человек мог и направляем взгляды, да, вот куда-то там, то есть там со временем разрастутся подоконники, закроют рододендроны, вот будут посажены вдоль забора лианы и кустарники добавлены, потому что в этом году мы сделали только основу такую жесткую сада, посадили немного многолетников использовали, конечно. Ну, так чтобы уж чуть-чуть весной было красиво, да? Ну, я смотрю, слушай, у тебя и пруд с кувшинками. Кувшинки, да. Будут там зимовать? Да, да, безусловно. То есть очень много у нас кувшинок есть, которые зимуют на разных глубинах. Здесь глубина максимальная 80 сантиметров в этом ручье. И при этом здесь могут зимовать кувшинки? Да, конечно, да. Вот. И я думаю, что он не будет замерзать, примерзать, потому что вода идет всю зиму, не замерзает здесь. Даже суровые зимы. Вот, так что... Ничего себе. Ну, Карельский перешейк, конечно, он славится своим каким-то уникальным микроклиматом, который одновременно вроде такой холодный, но мягкий. Да, здесь, кстати, свой микроклимат, потому что здесь зимой теплее, чем где, ну, чем наверху, допустим. А летом, когда жара стоит, здесь... Нет такого зноя удушающего, вот когда были жаркие. Здесь приятно находиться, очень приятно. Ну, вообще ощущение, что мы находимся где-то высоко в горах. Есть такое, да, небольшое. Ну, мы это усугубили тем, что сделали несколько... Не ограничились одной террасой, а постарались использовать всю глубину и высоту участка. Пойдем мы, да, покажем... На смотровую площадку. Нашим вот, зрителям, Господи, да, главную смотровую площадку этого участка, потому что он такой еще интересный, треугольной формы. Да. Совершим небольшое такое альпинистское восхождение. Да, но здесь, слушай, здесь вообще, сбор... здесь совершенно, мне кажется, уникальная такая вот этот вот ручей, потому что ты перешагиваешь через ручей, чтобы попасть на эту площадку. Да. Сразу чувствуется, что остров Стрекоз в названии твоего ландшафтного бюро не просто так. Да, это моя любовь к Японии.
То есть японские мотивы здесь мне не причудились, они здесь присутствуют. Ну, тут немножко, да, восточного чего-то. Мне казалось, хотелось добавить либо китайщины какой-то, ну, тут, чтобы мне это было не совсем откровенно выглядело, да, а мотивы такие были. Ну, тут, да, мне кажется, в принципе, да, немножко располагает и дизайн дома к чему-то менее такому пасконно русскому, каким-то бревнам, каким-то вот... таким тяжелым конструкциям. Здесь хочется немножко чего-то более простого и легкого, да? Вот мне кажется, даже то, что ты вот подиум оформила просто вот террасной доской, без различных каких-то утяжеляющих таких дизайнерских конструкций. Ну, да, да. Здесь, скорее всего, будут переносные какие-то скамьи стоять. И я, конечно, предлагаю здесь сделать защитный экран, чтобы... потому что это место хорошо использовать весной. Весной здесь... видно залив отлично, когда нет листвы. То есть можно равно... сесть с биноклем, да, и смотреть, как по фарватеру у меня плывут, да, корабли. Да, на яхты, которые тут фланируют. Да, мне кажется, ощущение, что мы стоим с тобой на каком-то броневике, как Ленин, да. Мне кажется, такая красивая вообще просто какая-то трибуна. Ну, я чувствую какое-то воодушевление в этом месте. Прямо здесь какая-то своя такая энергетика. Высоты, вот реально ощущение гор, да, даже по климату, такая, знаешь, и влажность, и тень, и воздух такой свежий, морозный сегодня у нас. Ну, здесь сейчас очень приятно, на самом деле, и мне очень нравится шум воды, этот он все-таки не раздражает, на самом деле, заглушает даже стройку, кстати, когда мы здесь работали. Да. Вот, и это приятно, да. Слушай, скажи, ну, у нас зрители обязательно спросят, не слишком ли много оставил ландшафтный дизайнер диких аварийных, на их взгляд, берез? Потому что люди берез очень боятся, потому что, во-первых, они часто падают, быстро стареют. Ну, березы не так быстро стареют. Лет 30 они растут отлично, и потом их можно срубить и использовать на дрова. Я березы люблю и использую их. Эти деревья мы оставили по горячей просьбе заказчика, потому что он хотел, чтобы у него оставались крупные деревья на участке. То есть мы убрали абсолютно точно опасные деревья, которые нужно было спилить. Там это было 6 штук, там эти ольха и береза. Те, которые еще могут жить, мы оставили и как бы... Ну, пусть. Пока какой-то нет явной угрозы, что березы упадут, нет, на мы... домик. И... да, нет. На домик они не упадут, как бы до домика далеко. А остальное. Те, что мы спилили, использовали, распилили, раскололи, получились отличные дрова. Ну, скажи, под ним будет что-то сидеть? Пока что мы здесь не видим никакой самой маленькой даже растюшечки. Видим, что, в принципе, завезен какой-то грунт, что-то облагорожено. Нет, нет, нет. Ну, что здесь будет? Грунта здесь никакого не завозили мы, и вообще весь грунт, который здесь был, в связи с тем, что у нас тут большие перепады, мы не могли его вывести, да, и поэтому все, что здесь было, мы использовали. Ага. То есть мы досыпали, пересыпали, меняли немножко рельеф, вот, и здесь оставлено вот это до весны, до, когда начнут выходить растения местные, которые здесь существуют. Вот, если посмотреть на соседний участок, и рано весной сюда мы приезжали, здесь полно было виолы, потом были ландыши, были калужницы, были. То есть и я предложила ничего пока, никаких многолетних растений здесь не использовать и дождаться, когда вырастут местные растения, потому что, ну, во-первых, это в тренде сейчас использовать... Да, натургарден. Натургарден, да. И здесь это было бы очень уместно. То есть ты представь, если будет заросли таволги. Не, калужницы вдоль ручья, мне кажется, это вообще такая прекрасная, да, да, история. Ну, это очень, да, красиво, да, лесные растения, это очень красиво. Очень, да, я смотрю, даже уже здесь начала прорастать таволга, да, филипендула. Филипендула. Вероятно, видовая дикая, да? Да, 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 конечно, да. Вот. Это тоже все нарочно оставлено, это... а не просто не полото. Нет, нет, это оставлено специально, потому что здесь весной добавится еще, скорее всего, ели и ивы, да, чтобы закрыть вот этот непонятный угол, который, угу, да, то есть аккуратно нужно будет уже просто наводить блеск такой, так сказать. Ну да, потому что за забором пока что такой лес, и, да, конечно, немножко хочется... Нужно будет подправить ручей, потому что сейчас он такой очень довольно технический, да, но мы специально не использовали валуны, как вот здесь на участках, потому что это так довольно грубо смотрится, поэтому будем использовать галику отсыпать. И если заметишь, что украшение ручья, камни, да, оно разное немножко. Вот, да, здесь, да, 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 такое более
природном стиле, с камнями и с галькой. Дальше внизу там острый камень такой идет, который напоминает чешую дракона, да? Да, да, да. Мне нравится, что скомбинированы разные материалы. Мне кажется, создает, ну, ручье такое более, больше роскоши какой-то. Ну, все-таки задача, чтобы менялся сценарий на самом деле, да, того, что ты видишь. То есть от более ухоженного такого нижнего яруса, да, ты попадаешь в такую лесную зону уже дикую. Ну и этим мы решаем вопрос с березами, которыми, как все говорят, ничего не посадить, хотя мы видели, у тебя же замечательно рос в прошлом саду веник Карл Форестер. Да, да, да. Да, в ножках берез, и выглядело это совершенно шикарно. Ну, под березами на самом деле многое что может расти, и это глубокое заблуждение. Ну что, я тебе предлагаю сейчас спуститься и посмотреть еще одну зону, потому что мы посмотрели с тобой площадку с шезлонгами, замечательную видовую площадку, но и, мне кажется, для каждого дачника очень важно, чтобы была территория, где можно было бы посидеть с шашлычком. Я так понимаю, что мы опять-таки возвращаемся уже в ту зону, которую уже до тебя кто-то пытался дизайнерить. И ты ее будешь реконструировать. Да, да, будет большая реконструкция беседки, которую многие попросили, ну, и, то есть я сотрудничаю с архитекторами, которые помогают мои планы перевести в чертежи, то есть потому что я могу работать с чертежами, земляными работами и прочими ливневками, этими, но все, что касается строения, я обращаюсь и работаю с архитекторами, с людьми, которые могут мне все это грамотно рассчитать. Вот два архитектора отказались, сказали, что это ерунда, и надо ее выкинуть. Даже просто так? Да, да, да. Сказали, что с таким они не работают. Вот. А третий я попросила, и он согласился, что да, в принципе, можно использовать и немножко переделать. То есть мы переделаем эту беседку, она будет в китайском стиле, потому что там сейчас в данный момент очень неуютно. То есть она слишком большая, она пойдем продувается. Посмотрим на нее. Еще хотел тебе вот по ходу нашего движения задать вопросы по поводу склонов. Очень часто люди спрашивают, что можно посадить на склоне. Я смотрю, ты тут сильно не стала ничего мудрить, посадила просто землянику обычную, да? Да, землянику и седу мы тут по краю есть. Ага, но да, я вижу. Мы еще будем досаживать здесь, скорее всего, осоки. Но для того, чтобы не сползало это все, мы используем, делаем почву. Видишь, вот если ее взять, да? Ну вот, видите, она рыхлая. Если бы она была плотная, да, тогда бы ее дождями размывало и смывало. А за счет этого вода проходит сквозь нее? Да, да, да. То есть она гасит ее и пропускает через себя. Ну, казалось бы, не самая логичная история. Знаешь, я бы подумал, что для того, чтобы не смывало, надо, наоборот, как можно более плотную сделать. Нет, а оказывается, нет, она должна быть... Как раз если будет плотная, то тогда будут намываться всякие ручейки и прочее. Будет размываться это. А когда мы делаем такую рыхлую почву, то вот сколько было ливней, да, они все выдержали, нет никаких размывов. То есть со временем земляника хорошо смыкается лесная. Ну да, она вот сеется, она и разрастается. Да, она плодоносит в течение всего сезона, как видишь, до сих пор, до да, морозов. Да. Я вот и все переживаю, сюда же можно будет залезать и собирать ее. Конечно, да. И поедать. Да. Без риска для здоровья, да, и для склона. Конечно. И под ногами не разъедется. Нет. Можно я сейчас сюда залезу? Можно. Ради эксперимента. Опа, ай! Вот это мне. Вот это все-таки, ну, вот, будет чуть поплотнее. Или это я косолапый такой? Ну, оно будет поплотнее, ну, как бы, когда дернина сформируется из того, что у нас есть. Это потому что еще она не сформировалась, дернина. Конечно. То но... есть еще за счет корней, конечно, вот этой вот тоненькой, конечно, хлипенькой, да, да, землянички будет, да, более, да, верхний слой плотным. Ну ладно, я не просто так сюда залезал. Конечно, чтобы украсть ягодку. Ну, пойдем посмотрим твою замечательную беседку. Я так думаю, что работа над этой беседкой будет закончена уже в следующем году. В следующем году, да. Чертежи уже готовы. То есть мы обсудили с архитектором, и он сказал,
Ну, почему бы и нет, прикольно. Не выбрасывать же в самом то деле. То есть третий архитектор согласился это переделать. Оказался авантюристом, так же, как и я. Ну, прекрасно, мне кажется, что дух авантюризма, он в этом случае всегда играет на руку. Во-первых, на руку заказчика, который в первую очередь экономит деньги. Ну, а это иногда очень важно, да, да. Конструкцию, да, да. Ну, просто ну, достаточно бьет по карману. Ну, и как-то да. Ну, пока что вы просто разобрали стены. Нет, здесь их не было. Что, сохраним крышу и перенесем столбы, просто вовнутрь сдвинем, чтобы, как в китайской архитектуре и в японской, у них у беседок большой свес крыши, да? И тогда мы сохраним пропорции, улучшим их, так сказать. Она потеряет площадь внутреннюю, но зато приобретет такой уют и интересное такое будет место. Вот. И потом я предложила сделать круглые входы, потому что здесь очень много кругов, вот, и очень захотелось эти круги как-то использовать. Видимо, когда ты приходишь, оно подсознательно вот у тебя выходит. И в беседке, получается, будет два прохода сквозных. Чтобы выйти к одному кругу, это будет водоем. И второе, у нас видно, наша дорожка выходит на красивую иву, желтокорую, плакучую. То есть это большое дерево, плакучей формы, шикарное. Зимой она ярко-желтая. Вот. Ну, то есть, чтобы было интересно наблюдать. Слушай, ну и у тебя же там еще спрятана, да, рояль в кустах, можно сказать, за этой беседкой. Да, да. Пойдем посмотрим, там замечательный пруд с золотыми рыбами. Да, пруд, слушай, просто. Вот, а здесь вечером приходит солнце сюда, и очень приятно наблюдать это все. Пруд тоже, вся система прудов, она объединена. Она связана, да. Она связана. Да. Чтобы... Вода натуральная, не фильтрованная. Она здесь просто такая чистая. Да? Да. Чистая и холодная. И рыбам здесь живется хорошо. Я так понимаю. Ну, мы посмотрим. Здесь довольно прохладная вода. Вот. Что для рыб тоже хорошо, поскольку, мне кажется, меньше цветения, меньше нагрева воды. Ну, то, что вода не будет свести, это да, это факт. Да. Потому что мощная аэрация. Но здесь для зимы мы устроили, здесь, видишь, спрятан выход. Да-да-да. Да, то есть вода уходит под землю и уходит в дренажную, чтобы не копать, опять же, да, здесь. Раньше угу. Она текла, здесь вот все было в болоте. Сейчас мы это спрятали, поставили, там есть подогрев, чтобы зимой не обмерзало и не пошло все это, на леди не было. Ага. Ну, то есть такой он простой, но технически мы сделали, постарались подстраховаться везде. И вокруг, я смотрю, у тебя верещатник здесь. Сидят рододендроны, верески, еще какие-то вересковые, брусники какие-то. Толокнянка. Толокнянка. Да. Вот. Ну, а изгородью мы прикрылись от соседей, потому что у них там очаг, и как бы здесь сделали такую комнату. Вечером сюда падает солнце, и здесь очень приятно находиться. Ну, в общем, обойтись совсем без туи не получилось и в этот раз. Ну, туи – это прекрасно, из них хорошая изгородь, которая и зимой, и летом, она зеленая, это приезд. И вот здесь еще какое-то очень симпатичное такое деревце. А, это, да, это одно из моих любимых деревьев. Оно небольшое, но это клен генала. Ага. Клен генала, да. Вот, он подформируется и будет... Ну, и он будет довольно-таки крупным. Ну, мне кажется, это вполне заменяет вот эти вот дланнивидные японские клены. Да, он и хорош. И тоже смотрится очень красиво, и осенняя красочка у него симпатичная. Ну, она и бывает такой ярче. И вот архитектура куста. Сейчас я думаю, что ему не очень хорошо, потому что его бедного пересадили. А, вот. А так у него еще дополнительно очень красивые яркие, ярко-розовые сережки. О, прекрасно. Ну, я так понимаю, что да, все-таки я надеюсь, что, возможно, твой заказчик нас
разрешит еще приехать, когда ты на следующий год досадишь сюда различные многолетники, да, делаешь беседку. И очень мне хочется посмотреть еще одну площадку, потому что ты продолжила тему кругов. Есть у тебя еще одна небольшая зона, где можно загорать. Да, 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 пойдем. Пойдем посмотрим ее. Вот. И здесь еще, кстати, я люблю использовать плодовые, как ты знаешь, не отдельно высаживать, а спутать их вот в общей посадке. Вот, потому что здесь, например, рябины высажены, и чубушник, который любит заказчик, вот он рядом будет с беседкой пахнуть. Вот. Ну, а также существуют яблони и груши. И рябинки, все это высажено таким образом, чтобы это все тоже напоминало такой подлесок, что подлесок, ли, небольшой, да, да. Под осинами. Да, чтобы не занимать площадь отдельно под это все, а просто это интегрировано в общие посадки, да, такие, ну, то есть, как бы, подлесок, потом у тебя опушка, да, открывается пространство такое. Ну, мне кажется, это гораздо интереснее, нежели у тебя там, ну, и в данной ситуации здесь разбивать отдельно сад. Вот этот склон самый удачный для того, чтобы высадить плодовые. Да, здесь и мало, ты знаешь, воды. Здесь комфортно ходить еще, потому что он не такой крутой, как те склоны, где мы пытались собрать землянику. Да, и здесь мало воды, и поэтому здесь плодовым деревьям наиболее комфортно будет существовать. Вот. Здесь также есть у нас черничники. А, ну, голубика, да, голубика. Голубика, да. Вот это опять что-то похожее на толокнянку. Или это, подожди, это случайно не у нас, что, не багульник? Нет, это не багульник, это, господи, Андромеда. А, Андромеда. Да, она мне очень нравится, это одно из таких красивейших растений, на мой взгляд, потому что она смыкается и получается вот этот неперехотливый, красивый, сизо-зеленый ковер, который цветет иногда, она цветет розовыми цветочками. Да. То есть очень красивая штука. Да, любимица моя. Ну что, проскочим между голубики, да, здесь? Да, можно, да, спокойно пройти. Здесь, в принципе, у тебя посажено все так, что можно, ну, да, ходить. Да, кстати, видишь, появились кроты, которые тут все роют. И на газон они зато не выходят. Ага. Вот. Им тут хорошо, им нравится. Ну, господи, ну, в принципе, да, кротам нет никакой нужды портить газон, когда есть, в принципе, уже, да, такой хороший, рыхлый грунт, удобренный мульчой. Да. И они остаются главным образом вот здесь вот. Ага, ну это даже и не ямка. Это вот он выкопался. Да, кроты – известный бич наших садов. Да. Спиреи березолистные, я вижу, здесь у тебя посажены. Под березами березолистные спиреи. Бирюзолистная спирея, а здесь моя любимица тоже, это карликовая березка. Березовый, да, рай. Да, березовый рай, бирюзолистная спирея, карликовая береза и натуральные большие березы. Вот, и слушай, хотел обратить внимание наших зрителей на замечательную вот придуманную площадочку, которая находится на южном склоне, под наклоном. Да, для здесь загара. Здесь можно, в принципе, да, вот все лето лежать хоть на травке, хоть на шезлонге. Да, такая довольно скрытая она, да, и не видно ее с дороги будет, ага. Потому что здесь еще планируется подсадить шиповники, вот. Здесь есть гортензии, это на осень, да, цветение будет. Есть смородина, например, черная. Даже смородина? Да, все-таки да. Без смородины не обошлось. Да нет, но у нас там даже есть малина и жимолость посажена, ну, то есть почему не использовать это? Я просто жила на севере, и там, например, я видела, как смородина растет на склонах, на сопках вместе с кедровым сланником, и собирают люди ее там. А жимолость растет вдоль ручьев. То есть. Ну, я просто знаю, что дизайнеры вообще не очень любят смородину, потому что она практически... Ну, она красивая, сезон, почему? Ну, выглядит довольно неопрятно, потому что что-то нет, все нет, время нет. Ест, помимо людей, какие-то не знаю, бложки, не знаю. Они мошки. Красивые, почему? Если сформирован куст красиво, он шикарный. Ягоды служат украшением тоже. То есть все можно совместить. То есть, если сад сделан дизайнером, это не значит, что в нем будут исключительно декоративные культуры. То есть это можно. На мой взгляд, нет, да. На мой взгляд, можно и нужно совмещать. И не делать это отдельно, не высаживать там. То есть можно они. Смородина прекрасно чувствует в этих общих посадках себя. Вот. И по поводу огорода, то есть можно здесь, допустим, если надо, будет сделать там какие-то переносные вертикальные грядки, да, и спокойно выращивать, или посадить там между кустов этих кабачки, как делают в моем... Ну, конечно, а почему нет? Ну что, они
И я тебе уверяю, что... Ты не придешь вот так вот туда и скажешь, боже, мой дизайн, остров Стрекоз засадили кабачками. Ну не надо поле кабачков, но пару можно воткнуть. Пару можно. Да. Так что вот. Не очень хорошо, когда на самом деле остается какое-то поле деятельности для человека. Понятно, что дизайнер сделал свое дело и может уходить, а человек здесь остается жить. Через какой-то момент ему захочется, может, кабачков посадить, да, конечно, бархатцы посадить. Ну, вообще, с бархатцами поосторожнее, конечно, но да? Можно, да. Но не слишком такие вызывающие, конечно. Ну, пару бархатцев, как и пару кабачков, мне кажется. Общие картины, общего каркаса вот этого сада не испортит. Потому что задан действительно прекрасный каркас, и мне кажется, что его уже сложно будет как-то чем-то изуродовать. Ну, мне кажется, да, сложно. Сложно. Можно постараться. Вот. Еще я очень люблю там делать всякие вещи, например, которые, ну, не занимают много времени и средств. Но они очень удобные. Там у нас есть лестница такая техническая. Я предлагала сделать ее заказчику. Он говорил, что, наверное, не нужна. Пойдем она. Посмотрим. Казалось бы, мелочь. Да. Да. Но это, мне кажется, это такие забавные штуки иногда полезно делать в своих садах. Вот. И как кто не знает, можно использовать вот обычные бревна. То есть здесь нет какой-то сложной инженерной конструкции, просто вкопаны бревна. И засыпано гравием. Да. Ну, там единственное, что снизу, чтобы они не сырели и прослужили дольше, тоже гравий. То есть делается выборка, ставятся эти бревна. Мы их специально не обтесывали и не особо не обрабатывали. То есть они прослужат лет 5, и это будет чудесно. Я думаю, что даже больше здесь, потому что на этом склоне довольно сухо. Вот. Но это удобная такая техническая маленькая лестница, которая это... Зарастет мхами, да, видишь, вот тут у нас... Что здесь лестниц много, но они все не крутые и не вот длинные. То есть ты проходишь, где-то останавливаешься, чтобы забраться до самой нижней точки участка на самую верхнюю. Не надо тут, я не знаю, знаешь, такой фитнес устраивать. Ну да. Я человек уже не молодой, поэтому меня всегда очень напрягают, когда вот такие какие-то альпинистские истории получаются. А здесь все вполне даже на такого джентльмена средних лет, как я. Ну, ладно. Лада, наши зрители обязательно спросят, что за камень у тебя использован в этом ручье, потому что он явно не местный, очень красивый, такие острые грани, черный такой шунгитовый цвет. Ну, это похоже на шунгит по цвету, но это уральский кровельный сланец. И вот эта часть называется горбушка, то есть это отрезанный край. Ломоть. Да, камня. Его используют обычно для облицовки домов. Да? И я искала такой камень, чтобы он напоминал дракона, да, чешую дракона, потому что этот сад вообще у меня ассоциируется с драконом водяным, которого надо вот приручить, потому что здесь было столько всяких проблем с водой. Вот. Ну и плюс тут использовался колотый камень в габионах, поэтому круглый камень здесь бы, конечно, булыжник бы не подошел. Да, он бы смотрелся совсем чужеродным. Ну, таким. Это более такая восточная нотка, которую ты хотела добавить в этот сад, такая немножечко китайско-японская. Она будет сочетаться и с пагодой. Да, ну такая игра в камушки, да. И это удобно, потому что если какая-то проблема с ручьем вдруг возникнет, учитывая наши грунты, потому что здесь нестабильный, не жесткий, там хоть и проложен дренаж под ручьем, но мало ли что там случится, его легко поправить. То есть разобрал и сложил обратно этот камень, и дальше наслаждаешься жизнью. То есть такая сборно-разборная конструкция. Ну, опять же таки, малоуходность ручья, мне кажется, она очень важна, потому что многих вот в системе прудов и ручьев пугают именно то, что за этим сложно ухаживать, то, что все это ломается, промерзает, тяжело ремонтировать. То есть плитки здесь выложены, видишь, они выложены специально, чтобы не застаивалась на них листва, а сложены друг на друга, да, и чтобы это похоже было на дракон, вот хребет драконий, да. И чешуя. Да, и еще хотел задать вопрос я тебе все-таки по поводу вот этого замечательного грунта, который ты готовишь на многих своих участках. Ты берешь мелкофракционную сосновую мульчу, перемешиваешь ее с грунтом, и это становится у тебя субстратом для, вообще, мне кажется, всех растений, да, которые ты сажаешь. Ну да, но там не так все просто. Раскрой нам секрет. Ну, я не любитель вывозить грунт.
И когда мы работаем на участках, я стараюсь грунт, который мы выкапываем, использовать здесь же. То есть бывает, что у нас там мы раскопаем мусор, тогда мы его просто просеиваем. Ну, за исключением, там, если там глина синяя, там, тогда ее, конечно, ее невозможно использовать, ее надо вывозить. Вот. Ну а здесь, да, вот здесь было очень мелкодисперсное, да, и мы добавляли сюда крупный песок в грунт, чтобы добавить структуры почве. Да. И я очень люблю использовать мелкую кору. Да, которую ты, я так понимаю, вносишь не только сверху, но и... Да, вовнутрь, да. Потому что она дает тоже так же структуру, добавляет воздуха корням, не застаивается вода. Растение чувствует себя прекрасно в этом. Скажи, очень многие вот по поводу мульчи как раз боятся, да, закислить почву. Потому что, ну, часть растений любит высокую кислотность, а часть предпочитают... Более нейтральный pH. Сосновая кора, я не думаю, что она так сильно закисливает. У меня на сосновой коре даже прекрасно чувствую себя лаванды растут. То есть там нету такого, я не наблюдала. Вот. Просто для, например, черничников, когда высаживаю черничники, я не делаю под каждое растение отдельную ямку. То есть я готовлю куртину целиком. То есть, и когда ты делаешь черничники, ты... Там важно и рододендроны, да, тебе важно, чтобы твой почва, в которой они растут, она должна быть легкая, влагопроницаемая и задерживать эту влагу. То есть мы добавляем тогда кислый торф, просто торф, кору, песок. И у нас получается, вот как я вам показала на склоне, да, вот она такая легкая почва. Легкая. Потому что у них не мощная корневая система, то есть она растет в верхнем слое грунта, там сантиметров, ну, максимум 30, да, вот где-то основная масса корней, да. Вот. Поэтому нам важно, когда мы высаживаем черники и прочие такие вересковые, да, растения, важно сделать этот грунт легким. Но... Ну, для вересковых понятно, да, но здесь появятся же следующим летом какие-то многолетники, какие-то цветочки, которые будут здесь цвести продолжительное время. Да, да, появятся, безусловно. Ну, по краю, скорее всего, появятся почвопокровные растения, там, я не знаю, флоксы шиловидные, калужницы, то есть такое, которое будет сменять друг друга, да, и будет у тебя декоративный ручей твой весь сезон. Между малиниями там, я думаю, что здесь должны быть добавиться колокольчики, и мои любимые, ну, да, что ж, и масса всяких других тогда, растений. Тогда, ладно, я предлагаю тебе, да, на следующий год сделать оптимистичный прогноз. Если все будет хорошо, живы будем, обязательно вернемся с ревизией летом, скажем так, в июне, в июле, и посмотрим, как замечательно все растет в этих грунтах, как перезимовал ручей. Вот. И все ли так гладко, как ты нам рассказываешь? Ну да. Согласна? Я согласна, да, если мы останемся. Все. Я думаю, на этом мы закончим наш ролик. Спасибо тебе за увлекательную прогулку по саду. Спасибо, что, да, вы приехали, потому что мне хотелось, если честно, показать этот сад, потому что, ну, это как раз вот работа с пространством. Я считаю, что это одна из самых главных задач ландшафтных дизайнеров или там кто-то себя величает архитекторами. Вот, раскрыть возможности участка и дать максимум возможностей и использовать то, что есть. Вот. Так что спасибо, друзья. Я надеюсь, вам было интересно. Все. С вами был канал Европлант Лайф и ландшафтный дизайнер Лада Кулыгина. И я, ведущий Андрей Смирнов. Всего доброго. До свидания.